Кауновской клинике скончался мальчик, получивший травмы в Вилковишском районе. Правоохранительные органы на этой неделе возобновили расследование в связи с нанесением повреждений. Как и в предыдущих в этом году трагических случаях, о проблемной семье правоохранительные органы хорошо знали. Расследование по факту нанесения повреждений ребенку было прервано в мае прошлого года. Оно было возобновлено после личного распоряжения генпрокурора Эвалдеса Пащелиса. Год назад в мае биологическая мать привезла в Вилковишскую больницу мальчика примерно 4 лет. Мать просила медиков установить, не случилось ли чего плохого с ее сыном, нет ли у него переломов. После рентгена переломы не были обнаружены. Спустя 2 недели мать того же ребенка с его отчимом привезли мальчика в состоянии комы. Они объяснили, что ребенок ел мясо с хлебом и подавился. Глава детского отделения терапии Кауновской клиники Вайда Тосгурскис утверждал, что ребенок попал в больницу из-за кровотечения под твердой оболочкой головного мозга и множества видимых внешних травм. В ночь на четверг медики констатировали смерть.